Намаскар. Мы сегодня исполним духовную песню. Это Прабхат Сангит номер 766 из 5018 песен, которые были написаны нашим духовным мастером. Эта песня, чтобы ей насладиться, необходимо войти в настроение специфическое. В этой песне преданный или тот, кто влюблен в высшее существо, в Бога, он делится с Богом своими чувствами. И он говорит: «А знаешь, когда любишь тебя, когда жаждешь достичь тебя, обрести тебя, тогда ты готов на сотни, преодолеть сотни препятствий ради этого. Я пою твои песни, я думаю постоянно о тебе, я жажду двигаться по твоему пути. И так проходят мои дни и ночи. Я не знаю, любишь ли ты меня. В глубине твоего сердца отражаются ли мои чувства. Но я знаю, что ты суть всех сутей. Ты самая эссенция, самая суть всего. А больше мне ничего знать и не нужно. Ты существуешь скрыто во всех трех мирах. Ты проливаешь небесный свет, и ты двигаешься вместе со всеми, без устали и без остановки. Чуджанина, что-то над нами,
арки чудянина, що тут нами. Yeah.